Привет, друзья! Сегодня у меня такая тема видео «Замена старых обоев». Вот вы видите эту кухню. Эта квартира съемная. В принципе, я бы могла и не клеить тут обои. Но, во-первых, я загорелась идеей поснимать. И, во-вторых, я второй раз в жизни буду клеить сама обои. Первый раз я клеила в доме, где живет моя мама. Ну, в принципе, нормально поклеила. В этот раз я буду здесь клеить. Здесь они очень страшные, он, как вы видите, тут уже они погнили. Этим обоям лет 10, наверное. Они очень грязные. Я так предполагаю, что здесь, в этой зоне, потом я наклею какую-то клеенку, типа, ну что-то такое моющееся. Тут они, вон, видите, тут висели шкафчики. Сегодня хозяйка квартиры мне их поснимала. Ну, не сама, а с помощью мужчины. Ну, впрочем, я думаю, что я справиться должна. Сейчас я хочу ободрать немного обоев. Не знаю, насколько у меня получится сие мероприятие. Так, с чего же начать? Я думаю, что они будут легко обтираться. Мне уже не терпится. Не так поклеить обои, как это все заснять, знаете. Сейчас я посмотрю, что тут видно на таком уровне. Нормально. Это я ставлю на краешек холодильника. Так, сейчас я включу свет. Ну, то есть я в неспешном таком... В общем, я не спешу там, чтобы уже их моментально все сделать. Буду делать частично, потому что мне это интересно. Так. Ну, возьму этот ножичек, чтобы подковыривать как-то. Ой, крикчу. Интересно. Начинать сдирать. Сдирать, не клеить, да? Но тем не менее. Да, не так-то они и снимаются, как хотелось бы. Посмотрим, что у меня получится. Может, придется их мочить даже. Насколько я знаю, что... Придется как-то их еще отмачивать. Ну, так-то они подковыриваются. Но очень прикольно. Обдираться очень нравится. Оно поклеенное они. Буду, короче, обдирать, пока как обдирается. Обожаю это уже делать. Может, я возьму новую квалификацию и буду поклейщиком обоев. Хорошо заниматься, потому что у меня плохое зрение. Хотя все это возможно. Ну ладно, эти мелкие кусочки потом, может,
просто мокрой. Отковыривается. Ножом вообще прикольно это делать. Может, есть какие-то специи, которые знают, как это профессионально надо делать. Ну, насколько я знаю, желательно все пообдирать, чтобы оно не было слой на слой. Потому что потом просто будут неровные обои. Как-то они поклеены прямо на вот, под вот эту штуку. Странно. Клеились, наверное, обои, а потом... Вы знаете, я думаю, что если бы даже ободрать все в стену, то было гораздо лучше, чем с этими обоями старыми. Может, я чуть-чуть поздираю, а потом посчитаю, как надо обдирать их правильно. Надо сразу взять мусорный пакет, чтобы чтоб мусор сразу слаживать, чтоб тут не лежали горы. То это интересно делать. Когда нету желания, то, конечно, тогда не заставишь. Ну, как я по себе сужу. Когда у меня нету желания на что-то делать что-то, то... Меня не заставишь. Ну, заставишь, конечно. Я имею в виду, когда нету желания, то очень сложно что-либо делать. Ну, видите как? Поклеены очень давно, а держится нифигово. Короче, с таким макаром я их буду долго отбирать. Недаром люди берут деньги не только за поклейку обоев, а еще и за снятие. Потому что... Потому что это реально... трудоемкий процесс. Вот они не хотят стираться. Недаром многие клеят на старые обои. Новые. Ага, фигушки это. Придется, наверное, читать в интернете, как снять обои. Наверное, все-таки я буду считать в интернете, как снять старые. Я сейчас возьму телефон. Сейчас будем узнавать.